Дату рождения Деда Мороза придумали дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине, Великом Устюге, в свои права вступает настоящая зима. В Чебоксарах морозов пока нет, но подготовка к Новому году и зимним каникулам уже началась. Горожанам предлагают активный отдых. Главную елку Чувашии установят на площади республики. Ее высота 25 метров. Оформят ее звездами с национальной символикой. На Арбате появятся световые ворота, а в Парке Победы – световая аллея. Все будет выдержано в едином стиле. Зимой горожанам скучать не придется. Будут организованы разнообразные места для отдыха и развлечений. Самый большой открытый каток зальют на Красной площади. Там же распахнет свои двери резиденция Деда Мороза. Вновь откроется новогодний бульвар, где можно будет приобрести праздничные угощения и подарки. Кстати, чебоксарцы могут сами выбрать новогодний слоган. Для этого нужно проголосовать на официальном сайте Управления культуры либо в социальных сетях.